Всем привет! Давайте разберем ZBrush 8 модель. Как сделать надпись, не прибегая к Photoshop и так далее. Нажмем The Plugin, найдем текст 3D, нажмем новый текст и введем то, что нам нужно. Когда мы набрали текст, мы жмем Enter, и у нас вот высвечивается в боку надпись вот такая. Нажимаем Edit, и теперь мы можем с ней работать. Работать опять же мы можем через The Plugin. Здесь есть реверс. Надпись пишется задом наоборот. И также здесь есть Bevel, это толщина надписи. Вот так вот, такую толщину мы можем сделать. И еще что мы можем сделать, это можем спейсинг сделать, это вот так вот прибавить расстояние между буквами, ширина. Вот так. И в принципе ничего тут такого сложного нету. Ctrl-Shift выравниваем, смотрим, поле F нажимаем, смотрим сетку. Сетку мы можем исправить уже по прошлому видео, вы знаете как. Вот такая вот незамысловатая функция есть в ZBrush. Классно. Все, всем пока, до свидания.